Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер. В эфире Финам FM Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев, и время поговорить о бизнесе в России, о малом, среднем. Мы в основном так это делаем. Большие к нам почему-то не особенно охотно направляются. Но, в принципе, есть о чем поговорить и без них. Я с удовольствием представляю моего гостя. Это Алексей Куличевский, сооснователь компании OMYStats. Добрый вечер, Леша. Добрый вечер. Тема сегодняшней программы – аналитические сервисы для маркетологов. Для чего они нужны и как они работают. Кстати, если не секрет, вот это название, ну, своеобразное такое, да? Буквально, если перевести его, как это выглядит? О, моя статистика. Ну, грубо говоря, да. Грубо говоря. А как это, восклицание, да, вот эта вот фраза, она как со знаком восклицательным? Конечно. Или со знаком вопроса? Или как-то ты переживаешь по этому поводу? Конечно. Это именно восклицательный знак на конце. Угу. То есть подтекст такой, что о, моя статистика, да, все дело в статистике, все дело в статистике. Современные бизнесы все больше зависят от данных. Угу. И да, в общем, да. Поэтому такое восклицание, я понял. Хорошо, значит, я правильно. То есть, либо все хорошо, да. Либо о, мои данные, как у меня растут продажи, да, либо да. Все плохо и надо срочно что-то да. менять. Типа... О, май гад. О, май гад. Уважаемые слушатели, значит, я напомню для вас, вы имеете возможность присоединиться к нашей беседе. Для этого существует телефон в студии 65 10 99 6, код Москвы 495, либо вы можете написать на сайте finam.fm, задавайте вопросы, звоните, пишите, делитесь собственными наблюдениями, потому что, ну, сейчас Леша наверняка об этом расскажет более подробно, чего там греха таить, да, статистика, маркетинг, это в любом бизнесе, да, это сейчас во главе угла практически. Начиная разговор, еще вопрос у меня такой, мы говорим только об интернет-маркетинге преимущественно. Ну, мой опыт, конечно, касается прежде всего интернета, так что тут я могу... кое-что рассказать. Uh-huh. Если будут вопросы про офлайн-маркетинг, про то, как продвинуть, ну, грубо говоря, булочную за углом или uh-huh. огромную корпорацию на новом рынке, тут, наверное, я не специалист, поэтому... Ну, я думаю, таких вопросов и не будет, да, мы сегодня занимаемся тем, чем занимаемся. Ну, и традиционный вопрос, Леша, у меня к тебе, как ты пришел в этот бизнес, как ты связался с маркетингом, почему именно он стал твоей жизнью? С чего бы начать? Ну, наверное, пропущу историю о том, как я где-то учился и как там были первые шаги. Из значимого, 2 года назад я был директором по маркетингу российского отделения компании Groupon. Собственно, там я и приобрел большую часть опыта, и там я усвоил все те уроки, которые я применяю сейчас в OMYStats. Конкретно я понял... В Groupon 3 важные вещи про маркетинг. Первое, что в электронной коммерции маркетинг эффективен тогда, когда он окупается. Не просто когда много лайков на Фейсбуке или когда много людей увидели баннер или кликнули по нему, а когда затраченные деньги возвращаются. Да, кстати, многие воспринимают, да, успех именно в этом. Чем больше друзей, чем больше лайков, тем больше заходов на страничку, знаешь, тем успешнее проект. Хотя денег он может и не приносить. Да, есть популярное заблуждение такое. Но вот именно в электронной коммерции, именно когда мы говорим об интернет-магазинах, конечно, там туда нужно все сводить к деньгам. Деньгам. Количество лайков на Фейсбуке, его нельзя съесть, на него нельзя ничего купить. Вот, это первая вещь. Вторая вещь, которую я понял, что заключается в том, что сбор данных для анализа представляет собой большую-большую проблему. Это сложная задача, которая требует большого количества времени и требует неспецифичных для обычных маркетологов навыков. То есть нужно зайти в каждый рекламный источник, скачать оттуда статистику по расходам. Потом нужно зайти в каждую собственную базу данных и скачать оттуда статистику по выручке, которая пришла с каждого источника. Нужно все эти данные привести к одному формату, загрузить в Excel и тогда начать анализировать. А это все, этим всем занимаются маркетологи, да? Ну, так, ну, а кто же еще? Классический вариант, что называется. В некоторых компаниях есть, конечно, отдельные отделы аналитики, но далеко не во всех. Вот, это вторая вещь, что это, на это уходит очень много времени. И третья вещь, которую я понял в Groupon, что на рынке, не только на русском, но и на мировом рынке, нет ни одного продукта, который позволил бы упростить решение этой задачи, автоматизировать какие-то рутинные вещи и дать доступ к анализу данным тем, у кого
нет аналитического бэкграунда. Ну, то есть отдельного человека, другими словами. Либо отдельного человека, либо там собственного опыта образования. А от этого так и появилась, собственно, идея. И параллельно мои партнеры из компании «Злые марсиане», разрабатывая... Так называется компания, действительно? Да, Evil Martians. Это один из лучших, я бы даже сказал, наверное, лучшая в России компания, занимающаяся веб-разработкой на Ruby on Rails. У них, их заказчики, которые у них просили сделать им те или иные сайты, все рано или поздно заказывали аналитику. Сделайте нам, пожалуйста, такой отчет, такой отчет, такой отчет. И все эти отчеты были одинаковые. И более того, разработчики, вот хорошие программисты, они статистику зачастую не любят, потому что цифры — это неинтересно. Да, да. Там... Это не творческий момент, да? Ну, да, да. В какой-то степени творческий, но там ничего не... некрасиво это получается. Поэтому они тоже решили, а зачем мы делаем это каждый раз заново? Лучше сделать один раз сервис и потом его всем продавать. Собственно, с этой идеей мы встретились там одним летним днем, обсудили и решили запуститься в новый бизнес. То есть идея это как параллельно возникла, да? Или да. У них сначала, у тебя сначала, ну, не суть важна. Примерно в одно и то же время мы подошли к ней с разных сторон. Можно сказать так, что и ты в какой-то степени, и твои коллеги ленивые ребята, просто им вот это как-то лень этим заниматься, да, как-то очень... Ни в коем случае, мы ни разу не ленивые, мы готовы работать по 15, по 16 часов в сутки. То есть это должно быть просто более эффективно, да? Да, именно так. Вещи, которые ты сейчас произносил, они неэффективные просто, надо сказать. Да, то есть есть простор для улучшения, есть возможность, почему бы не улучшить. И не посвятить больше времени конкретно вот маркетологам, больше посвятить времени маркетингу, да. То есть управлению рекламными кампаниями. А разработчикам посвятить больше времени разработке продукта, который они, собственно, и продают, а не просто играм с цифрами. Хорошо, хорошо. Можно ли говорить в этом случае, что вы некие пионеры, да, по крайней мере, на просторах российского бизнеса? Хотя ты сказал, что и за рубежом нет таких прецедентов. Наверное, тоже нет, потому что аналитических сервисов вообще в интернете довольно много. Ну, то есть, что скрывать, и в России есть очень хорошо развит Google Analytics, у Яндекса есть замечательный сервис Яндекс.Метрика, есть сервис Германа Клименко Live Internet, который очень хорошо развит. В Соединенных Штатах их еще больше. Но несмотря на то, что на рынке много, можно сказать, конкурентов, никто из них до сих пор не решил проблему именно аналитики, именно аналитики платного маркетинга. Все они анализируют и позволяют улучшить сам продукт. Они отвечают на вопросы, сколько людей пришло на сайт, на какие странички они посмотрели, сколько было кликов по той или иной ссылке. То есть они позволяют сделать сам сайт лучше, но при этом они не смотрят на то, что происходило за пределами сайта. Сколько было потрачено денег на привлечение этих людей, сколько денег они принесли обратно, какой был возврат на инвестиции каждого рекламного источника и каждой рекламной кампании внутри этого источника. И все эти, эту информацию приходилось собирать все равно руками. А мы как раз решили сфокусироваться на этой нише и решить проблему вот интернет-магазинов, именно связанную с маркетингом. Не с тем, как сделать магазин лучше, а как... правильно инвестировать деньги в продвижение. Чтобы, естественно, да, они возвращались, да? Да, именно так. То есть мы анализируем рекламные источники именно через деньги. Мы говорим, на такую-то рекламную кампанию в Яндексе было потрачено $100, а вернулось $120. ROI положительное, рекламная кампания хорошая, в нее стоит вкладывать еще денег. Там, если бы ROI было отрицательное, то... Наверное, мы бы посоветовали либо что-то изменить, либо отключить вообще. А вы какие-то рекомендации даете, либо просто вот вам заказали, что называется, вот есть готовый отчет, и там сами решайте. Мы в отчетах стараемся применять дизайнерские приемы, которые позволяют любому человеку понять, хороши те данные, которые он видит, или плохие. Например, вот самый простой пример — это цветовое кодирование. Когда мы показываем ROI, мы его красим либо в зеленый, либо в оранжевый, либо в красный цвет. Соответственно, любой человек может видеть, что там так, ROI красное. Значит, что-то, плохо, да? Что-то не так. Вот. Подожди, это он на подсознании догадывается, что это плохо, или вы ему предлагаете, да, что вот этот цвет обозначает это, этот цвет, это, этот цвет, это. Наш опыт показывает, что люди догадываются на уровне подсознания сразу, что если красный, что-то зеленое, 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 красное, да. На красное сразу обращаю внимание и, соответственно. Здорово. Но это тоже ваш ноу-хау, да, вот эти цветовые решения. Ну, красить цифры в разный цвет, это, конечно, не мы изобрели. Ну, я имею в виду, да, буквально в смысле, а именно вот в отношении тех вещей, о которых мы говорим.
Можно сказать и так. Mm-hmm. То есть у нас в команде замечательный информационный дизайнер Таня Мисютина, mm-hmm. которая вот именно специализируется, это вот ее основная профессия — представлять сложную информацию так, mm-hmm. чтобы она стала, если не простой, то понятной. Понятно. Потому что нельзя упрощать бесконечно. То есть понятно именно на первый взгляд, да, ну вот в частности, посмотрели на цвет, и в общем уже понятно, да, дальше вникаем в детали, смотрим там какие цифры действительно, да? Да. Угу. Это заслуга непосредственно Тани, да? Я, да, полностью приписываю эту заслугу ей. И даже, может быть, идея в какой-то степени ее, да? Именно так, то есть... Это здорово. Хорошо, Леш, спасибо. Мы сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим разговор. Итак, друзья, мы продолжим наш эфир. Сегодня мы говорим на тему аналитические сервисы для маркетологов. Для чего они нужны и как они работают. В гостях Алексей Куличевский, сооснователь компании OMyStats. Ну, а это бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. И телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании Finam.FM. Звоните, уважаемые слушатели, задавайте свои вопросы Леше, потому что, в принципе, как только что выяснилось, он один из пионеров в создании подобных услуг. Ну, ладно. Немножко я, так сказать, перегибаю, может быть. Ну, всегда приятно, наверное, да, всегда приятно считать, что ты впереди планеты сей. Планеты всей в чем-то. Леш, значит, вопрос следующий у меня, традиционный опять, если можно, в деталях. Какие услуги в конечном итоге, да, вот, предлагаете вы своим клиентам? Конечно. OMyStats — это онлайновый сервис. То есть, грубо говоря, сайт в интернете. Главный наш клиент, вот целевая группа клиентов, это владельцы интернет-магазинов. Мы позволяем подключить интернет-магазин к сервису и начать получать отчеты, угу. данные о том, как работает тот или иной рекламный источник. Конкретно, сколько с него пришло посетителей, угу. сколько из них стало покупателями, сколько было затрачено денег на их привлечение и сколько денег они в итоге принесли обратно. И то, как ведут себя покупатели с течением времени. Кто из них возвращается и делает повторную покупку. Кто из них становится лояльным покупателем и делает 3, 4, 5 и более покупок. Uh-huh, uh-huh. И так далее. Uh-huh. То есть все то, что, в принципе, да, волнует непосредственно, да, ну, отдел маркетинга как минимум, да, любой компании. Вот вся эта информация вы ей предоставляете. Я бы сказал, что мы предоставляем 90% всей информации, которая волнует маркетологов. Uh-huh. В каждой компании обязательно есть такие тонкости и такие 10% информации, которые специфичны для каждого конкретного бизнеса. Мы... И в этом случае она просто вам не попадает, да, они ее не разглашают, или просто она настолько специфична, что с ней невозможно работать? Мы стараемся решить 90% те задачи, которые актуальны для 90% угу. наших клиентов, и сделать их на 5 с плюсом. Угу. И это возможно только в том случае, если мы сфокусируемся и не будем распаляться на те 10%, которые у каждой компании угу. разные. Ну, то есть вы... Там мы можем подсказать в этом случае, как сделать, но всегда есть... Если у компании запрос, а интересно, сколько было людей, которые пришли к нам с такого источника, uh-huh. и вот из них сколько мам, новорожденных детей, uh-huh, и вот uh-huh. они купили 3 января, а потом uh-huh. увидели рекламу в офлайне, позвонили нам, а потом купили еще там 3 февраля, uh-huh. вот с такой точностью мы, наверное, не ответим. Uh-huh. Кстати, почему не ответить? Потому что у нас нет информации о том, какое количество мам было. Да? Или все-таки кто-то эту информацию собирает? Если информацию нам передали, она у нас хранится. Да, то есть у нас все это есть. Uh-huh. Тут главный вопрос в том, как это показать на сайте так, чтобы было понятно. Uh-huh. То есть мы стараемся не добавлять... не перегружать сайт различным чрезмерным функционалом. Uh-huh. То есть, грубо говоря, у нас есть 2 основных отчета. Вот их 2. Такой и такой. Да, да, если их будет 20, uh-huh. Пользоваться сервисом станет гораздо сложнее. И мы лишимся того конкурентного преимущества, которое у нас есть сейчас. Это простота и понятность. Ну и смотри, в принципе, да, если мы говорим о статистике, все-таки в деталях, как правило, да, статистика не вдается. Статистика — это, так сказать, да, картина такая более-менее... Это зависит от решаемой задачи. Если мы будем говорить, например, о генеральном директоре компании,
ему интересно знать, как маркетинг работает в целом. Ему интересно, сколько потрачено денег, сколько заработано, и какие основные источники. То есть он может взглянуть на отчет, посмотреть на него 30 секунд и понять, как работает маркетинг, как работают маркетологи. Если что-то привлечет его внимание, он может спросить у своего специалиста, а почему вот здесь так, как оно сейчас, а не как-то по-другому. С другой стороны, если мы возьмем, например, директора по маркетингу или там руководителя отдела маркетинга, ему интересно знать уже детали глубже. Уже ему интересно знать, как работает каждый конкретный источник и как работают каждые конкретные компании. То есть уже следующий уровень. И дальше, если мы будем говорить именно о практикующем маркетологе, о том, кто конкретно управляет рекламными компаниями, ему интересно, естественно, будет погружаться еще глубже смотреть на каждую компанию во времени, сравнивать разные компании разных источников и, ну, как мы называем, играться с цифрами по-разному. Но при этом речь идет об одном отчете. Просто директор посмотрит на него, да? Поверхность, что называется, да, начальник отдела маркетинга чуть глубже, а маркетолог будет его вот так вот перелистывать, лопать. Это один и тот же отчет. Просто можно углубиться, показать более подробно, более подробно. Хорошо, тогда давай вот какой вопрос меня сейчас заинтересовал по поводу конкуренции. Конкуренции вот именно в этом жанре, что называется. Ощущается она в России или, может быть, вы настолько здесь оригинальны, может быть, тогда конкуренции с зарубежными компаниями на российском рынке? А наш главный конкурент сейчас — это компания Microsoft, как ни странно, да, и ее продукт под названием Excel. Здорово. То есть сейчас большая часть маркетологов, которые уделяют внимание статистике, они решают 90% своих задач с помощью Excel, потому что это действительно замечательный инструмент. Да, удобно. Он гибкий, он стоит на каждом компьютере, и он очень-очень функциональный. Вот, если уйти от Excel и посмотреть на другие сервисы, то, конечно, наш главный конкурент — это бесплатные аналитические сервисы, которые есть в интернете. В первую очередь это Яндекс.Метрика и Google Analytics. Наше принципиальное отличие от того же Google Analytics, например, в том, что Analytics можно сравнить с таким конструктором, с которого можно построить любой небоскреб, а можно корабль, а можно космический корабль. То есть я сам могу построить, да, воспользуюсь этим сервисом? Он очень гибкий, очень мощный, и там можно получить практически любой отчет и о том, как работают рекламные кампании, и о том, как работает сайт в целом. Но штука в том, чтобы настроить Google Analytics, нужно иметь в штате сильного разработчика и сильного аналитика, который... То есть это непростая задача, да? Нужно в материале быть. Выходит за рамки таких элементарных задач. Пользователи, да? Да. А если Analytics — это конструктор, то OMYStats — это такой сруб на заказ, который вы достали из коробки, поставили, и все, в нем можно жить. Он работает. Он, может быть, не так кастомизируется, как Google Analytics. Его нельзя превратить в космический корабль. Но, тем не менее, каких-то специальных навыков для того, чтобы его использовать, тоже не требуется. Смотри, еще важный момент мне показалось. Ты, начиная разговор о Гугле, о Яндексе, да, ты назвал их бесплатными сервисами. Ведь ваш сервис не бесплатен, я надеюсь, по крайней мере. Да, это действительно так. И на самом деле вот основное преимущество Гугла перед любым сервисом аналитики на рынке — это именно бесплатность. То есть любой человек может взять. Слушай, а почему, да, Google не считает возможным зарабатывать на этом, что ли? Это очень хороший вопрос. Почему сервис бесплатный? Знаете, как говорят, что если продукт бесплатный для вас, значит, это не продукт бесплатный, да, а это вы продукт. Google зарабатывает 99% своих денег с рекламы. И для того, чтобы правильно таргетировать рекламу, нужны данные о том, как себя ведут те или иные люди в интернете. Соответственно, Analytics бесплатный. И Google всячески старается его продвигать как бесплатный гибкий сервис, чтобы он стоял на максимальном большом количестве сайтов, чтобы собрать информацию о пользователях с максимальным количеством сайтов и дальше показывать им рекламу.
Вот очень хороший пример, с которым, я думаю, сталкивались так или иначе каждый. Стоит вам один раз в Гугле спросить что-нибудь, ну, например, про детские игрушки или посетить сайт с детскими игрушками. Согласен. Реклама детских игрушек вас будет преследовать на протяжении потом довольно долгого количества времени. То есть... Так это работает. Вас пометили, теперь Google знает, что, скорее всего, вас интересуют детские игрушки и начинает показывать вам релевантную рекламу. И вот то, о чем ты говоришь, да, сегодня, в частности, вот этот сервис бесплатный, он именно поэтому бесплатный, да? Что целевая именно аудитория так. просто собирается. Целевая. Именно так. Здорово. Яндекс бесплатный сервис по той же логике. Аналогично, да. Здорово, здорово. Хорошо, еще вопрос такой у меня. Ваш сервис, который, допустим, внедряется, да, в ту или иную компанию, может заменить, в принципе, человека, да? Мы говорим все-таки о некой автоматизации процесса, вот того самого маркетолога. Или он ему в помощь просто? Ни в коем случае мы не можем заменить человека, потому что данные сами по себе, они абсолютно бесполезны, если они не ведут к увеличению количества знаний. А знания, они, в свою очередь, тоже бесполезны, если они не ведут к конкретным действиям. И если в компании не будет маркетолога, который будет работать с данными, которые мы предоставляем, и не будет принимать конкретных бизнес-действий, то ну, наш сервис превратится просто в набор красивых картинок на экране. Тем не менее, смотри, я просто, готовившись, прочел одно из твоих выступлений в средствах массовой информации. Там фраза мне такая очень понравилась, что ты говоришь... сейчас я ее не найду, наверное, чтобы процитировать. Мы помогаем уволить маркетолога. Слушай, да, мы скажем, когда надо увольнять маркетолога. Да. Это была забавная статья, если не ошибаюсь, в «Слоне», где-то прошлой весной. Ну так вот, нет противоречия здесь, да, с одной стороны? Ни в коем случае. Я могу рассказать историю этой статьи. Давай. Это было выступление в центре Digital October на конференции Chain Reaction. И я просто решил закончить свое выступление такой шуткой. Злой шуткой. Не, контекст был такой, что мы помогаем генеральному директору понять, когда его маркетолог работает хорошо, а когда плохо. И, соответственно, если он понимает, что маркетолог работает плохо, его, соответственно, можно и уволить. То есть генерального директора сложнее обдурить. Ну, естественно, так как там присутствует... А помощь генеральному директору — это вот тот самый отчет, да? Да. И в конечном да. итоге отчет ведь он покажет, да? Собственно, работает маркетинг, да? То есть зарабатывает деньги или не зарабатывает? Именно так. То есть генерального директора будет сложнее обмануть тем, что ну вот, смотрите, мы же занимаемся позиционированием и транслированием нашего бренда Essence Target Audience. Много слов сразу умных, непонятных даже. Да, да, да. Ну, видимо, работает человек. Конечно. Вот, и, в общем, вот контекст. Ну, а дальше, так как журналистам, ну, нормальная журналистская работа, нужно привлечь внимание к статье, соответственно, решили выбрать громкий заголовок, так, чтобы привлечь внимание. Ну, действительно, внимание привлекли. Спасибо, Леш, сейчас еще раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем наш сегодняшний эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, в гостях у меня Алексей Куличевский, сооснователь компании OMYStats. Мы говорим сегодня о аналитических сервисах для маркетологов. В принципе, я так, Леш, если не возражаешь, да, сегодняшняя программа — это программа в помощь маркетологам. Да. Абсолютно, да, абсолютно. И я бы сказал, в помощь владельцам интернет-магазинов скорее. Да. А, ну правильно, да, как контролировать еще, да, работу маркетолога. Так вот, мы говорим о том, для чего нужны эти самые аналитические сервисы для маркетологов, как они работают. И продолжая наш разговор, Леш, у меня следующий вопрос тебе. Насколько подобные, ну, ваш прежде всего, да, сервис и подобные вам сервисы востребованы в России? Каждый раз все-таки, может быть, мне уже самому это надоело, но каждый раз в какой-то момент я вынужден говорить о том, что российский рынок своеобразен, российский, я не знаю, бизнесмен, да, российский потребитель своеобразен, есть некий менталитет своеобразный, ну и так далее и тому подобное. Вот это заметно в вашем бизнесе? Ну и мы поговорим еще в дальнейшем о ваших клиентах непосредственно. На самом деле еще опыт Группона показал мне, что российский бизнес, российский рынок, он ничем принципиально от мирового не отличается. Здорово. За исключением там каких-то, может быть, деталей там в уровне развития. Если говорить про OMYStats, то для нашего успеха
Нам необходимо одно фундаментальное условие на рынке. Нам нужна очень жесткая конкуренция среди интернет-магазинов, чтобы они буквально грызлись между собой за каждый доллар. И в этом случае сервисы, которые помогают... Считать этот доллар. Считать и приобретать конкурентное преимущество, они очень востребованы. А сейчас мы видим, что, в принципе, Россия, рынок в России еще, наверное, не такой... Не такой сформировавшийся. Злой, можно сказать. Сейчас можно вполне открыть интернет-магазин, и, соблюдая элементарные правила общения с клиентами, там, например, доставлять товар вовремя, не хамить, продавать нормальные товары, а не какие-то ужасные вещи, которые разваливаются. Можно добиться успеха вообще без вложения в маркетинг. То есть просто делать свое дело хорошо, и этого достаточно. Поэтому мы, на самом деле, первоначально, с самого-самого-самого начала считали, что наш целевой рынок не здесь, а где-нибудь в Соединенных Штатах или в Европе. Где он более злой, да? Где он более сформированный, где магазины гораздо более активные. И именно поэтому у нас домен в зоне .com, именно поэтому у нас сайт первоначально на английском, и именно поэтому у нас название «Oh My Stats», которое гораздо более понятно англоязычным людям, чем русским. Если провести параллель с «Золотой лихорадкой», то вот там, где «Золотая лихорадка», там как раз место для нас, потому что мы помогаем искателям золота искать их золото, мы, грубо говоря, продаем им кирки. Здорово, да. Хорошая метафора. Ну, хорошо, да, если я правильно понял, нет особой конкуренции в России, но если у вас и сайт англоязычный, да, и домен с приставкой .com, а может быть есть конкуренты... Вообще есть клиенты иностранные среди ваших? Немного, но есть. Там 90% наших пользователей сейчас, конечно, из России, но мы провели некоторое время в Европе в прошлом году, и да, у нас есть несколько магазинов из Европы и есть несколько из США. А интересно, почему вот американские, европейские магазины остановились на ваш, сделали свой выбор в отношении вас? Тем более, что, если я правильно понимаю, конкуренция на западном рынке все-таки более ощутима. Конкуренция среди интернет-магазинов, да. Конкуренция среди аналитических сервисов, в принципе, тоже. Но, как я говорил немного ранее, там по-прежнему нет сервиса, который позволяет правильно и просто анализировать маркетинг. Поэтому, как только те магазины, которыми нами пользуются, как только они с нами познакомились, они увидели сервис, они такие: «Оба-на! Это как раз то, что нам нужно». И подключились. Ну, это здорово. Ну, я правильно понимаю, что у тебя нет отбоя от клиентов? Наша главная проблема сейчас — это как бы нам обсчитать всех тех пользователей, которые хотят... Которые подключились, да, уже, да? То есть мы сейчас находимся в закрытой бете, и просто так получить доступ к продукту пока нельзя. Нужно подписаться, и мы рассылаем приглашение раз в... Ну, это проблема роста, или вы просто захлебнулись вот этой вот, да, волной интереса, и пока не можете справиться с ней? Ну, мы не захлебнулись, мы потихоньку плаваем, но мы не можем и не хотим пока открывать кран на полную и открывать сервис для всех. Вот, уже мне еще интереснее стало, да, мы не можем, видимо, это связано с некими технологическими моментами, а мы не хотим, это почему? Как раз потому, что если мы откроем краник на полную, боюсь, что у нас просто сервер не выдержит. То есть все-таки мы не можем в основном, да? У нас идет постоянный R&D в бэкэнд части, в части логики, математики и программирования. У нас работают суперсильные разработчики над этим. И точно так же мы постоянно работаем над фронт-энд частью, над тем, что видят люди. Напомни, сколько этому проекту лет? Нам 1.5 года. Да, ну, то есть вы еще, собственно, в начале пути. Конечно, да, в самом-самом начале. Это вполне, да, вполне объяснимо то, что сейчас происходит с вами. Это вполне объяснимо. Это рост, и это нормально. Давай два слова поговорим о том, а кто ваши клиенты. Ваши конкретные, в принципе, кто те компании, то есть их размер, их, может быть, профессиональная направленность,
которые, которые вот, востребуют, да, востребуют ваш продукт? Если описать в одном предложении нашего идеального клиента, то это будет интернет-магазин с онлайн-чекаутом и с рекламными затратами от 20 тысяч долларов в месяц. Онлайн-чекаут... А до? Ты не устанавливается там планка? Ну, где-нибудь, я не знаю, до 100 тысяч, может быть. Но это очень примерно. Я понял. Онлайн-чекаут — это возможность купить в магазине, прям заплатив карточкой. Карточкой, да. Вот. Таким образом, мы отсекаем маленькие магазины, совсем-совсем маленькие, потому что их затраты и, соответственно, ценность, добавленная ценность, которую они получат от сервиса, они просто не окупятся. Не окупятся для них. То есть это да. Им не нужен подобный сервис, да? Ну, не грубо то, говоря, что они вам не нужны, а им не нужен. Да, грубо говоря, если у них 5 заказов в день приходят, то они... Легко руками могут посчитать, да? На счетах. Да, у них все перед глазами. Они видят, дали рекламу, пришли заказы, не дали рекламу, причем не дали, пришли да, заказы. В каком-то одном месте наверняка, да, там, условно говоря, в газетке. Да. Объявление напечатать. Это наше ограничение снизу. Наше ограничение сверху — это большие компании, большие серьезные компании, типа, например, Озона или Wildberries в России. Они могут себе позволить, и они активно используют эту возможность, инвестировать в аналитику довольно большие деньги и использовать... такие большие enterprise-level решения, типа Adobe Site Catalyst и прочее. Это системы, как, ну, сравните, например, с SAP, которые просто чтобы установить и начать использовать, нужно уже затратить несколько десятков тысяч долларов. И потом нужно продолжать платить 10 десятки тысяч долларов. Но при этом они, естественно, ну, очень есть... мощные, очень гибкие и такие прям... Ну, то есть можно сказать, что они решают эту задачу сами, да, вот эти большие ребята, которых ты начал. Да. Соответственно, наш целевой рынок, он посередине. Это небольшие, но бурно растущие интернет-магазины в разных индустриях. Вот, кстати, по поводу индустрии, нет здесь никакой зависимости, да, никакой специфики. Вот, если люди торгуют продуктами, вот, соответственно, они чаще к этому сервису, например, обращаются, если чем-то другим. Есть в какой-то степени. Например, есть зависимость от среднего чека. Одна из ключевых ценностей, которую дает OMYStats клиентам, это мы позволяем видеть повторные покупки и считать так называемый Customer Lifetime Value. Это итоговая ценность клиента с учетом всех его повторных покупок. И в магазинах, где средний чек небольшой, соответственно, количество повторных покупок довольно велико, и можно ожидать того, что человек придет и купит что-то еще. Это, как правило, наверное, да, именно продуктовые магазины. Ну, в том числе. В том числе, С другой стороны, если средний чек в магазине там, десятки тысяч рублей, например, возьмем сервис бронирования отелей, вряд ли человек будет бронировать отель чаще, чем раз в несколько месяцев, а то и раз в полгода. Да, раз в полгода, раз в год. Соответственно, им нужно планировать свой маркетинг таким образом, чтобы он окупался с первой покупкой, не со второй, не с третьей. Слишком мала вероятность того, что это вторая, третья покупка будет. Для этих магазинов ценность OMYStats немножко ниже. То есть мы позволяем видеть другие вещи, которые были, возможно, до этого недоступны. Но именно вот Customer Lifetime Value для них не так принципиально. Есть еще, знаете, вот, тоже традиционный вопрос такой. Есть еще в зависимости от того, о чем рассказывается в этой студии, есть у нас акцент, что мы работаем, ну, условно говоря, внутри столицы, да, работаем со столичными клиентами, ну, условно там говоря, Москва, Санкт-Петербург, или с городами-миллионниками, а потом пошли регионы, и там это, естественно, интерес к этому меньше, меньше, меньше. В этой ситуации то же самое, можно сказать, да, аналогия? Не могу сказать. Нет? Я сейчас, вот сегодня только общался, например, с замечательным магазином из Пензы. Так. Мне периодически пишут ребята из Томска, из Новосибирска. Ну, Новосибирск, конечно, один из крупнейших городов, но...
Ну, то есть нет такого дифференциала жесткого, нет, да, вот есть столица, есть остальная Россия. Очень часто, я еще раз повторю, мы о чем-либо здесь не говорим, и всегда я слышу это. Нет, ну, Москва-Питер, естественно, они стоят особняком всегда, но так как, насколько я знаю, около 50% интернет-пользователей находятся в этом регионе, соответственно, основная активность здесь. Но нет, такого жесткого дифференциала у нас не ощущается. При этом, да, ты же говоришь, что востребованность вашего сервиса напрямую связана с распространенностью интернет-магазина. Ну, действительно это так, да? Чем крупнее город, тем просто по объективным причинам, да, популярнее интернет-магазин, а какой-нибудь небольшой городишко вряд ли. А вот тут, кстати, не соглашусь. И тоже не так, да, хорошо, да. Да, потому что мой опыт в электронной коммерции показывает, что, например, города, удаленные от центра, но связанные, например, с нефтегазовым комплексом, показывают активность сравнимую с активностью Москвы. Потому что там у людей есть деньги, у них, ну, ассортимент им доступный не такой большой, и они готовы ждать. Они готовы купить какие-нибудь джинсы, например, в интернете. И если две им, недели если им скажут, да? что их будут нести месяц, они скажут, ну что я поделать. Подожду. Да, мы подождем. Выбор не особенно большой. Но определяющим здесь вот в этом наборе, да, почему далеко от Москвы все-таки востребованы подобные услуги, потому что там есть деньги. Есть деньги, маленький ассортимент. Большой спрос, нет предложения. И интернет-магазин в какой-то степени, да? Вот это, да, это как этот пробел, решение. Этот пробел, да. Так, хорошо. Еще тогда вопрос у меня... касаемо, да, опять клиентуры вашей, можно ли так условно разделить вот то, о чем ты сказал, да, значит, некий средний сегмент, да, вот востребован ваш сервис, некий средний сегмент, если говорить, мелкий бизнес это неинтересно, потому что он, да, не особо рентабельно для него, крупному бизнесу, большому бизнесу, да, это неинтересно, потому что он решает этот вопрос самостоятельно. То есть ваш клиент в основном это средний бизнес. Да. Да, именно так. Да, именно так. Именно так. И в данной ситуации, да, мы под средним бизнесом понимаем вот как раз, да, маркетинговый бюджет, условно говоря, рекламный бюджет, там, вот, в пределах от 10 тысяч до 100 тысяч. Ну, примерно. Примерно так, да. То есть мы никогда не проводили вот эту четкую границу, у нас еще недостаточно данных, чтобы заявлять авторитетно, что вот если у вас бюджет меньше или если у вас бюджет больше, то там нет, идите в какое-нибудь другое место. Мы работаем со всеми. Но наш опыт говорит, что интерес и польза от OMAESTATS наивысшая, польза, она именно находится, она именно для магазинов, которые находятся в этом диапазоне. Да. В серединке, да. В таком среднем ценовом сегменте. Замечательно. Значит, Леш, еще раз у нас новости сейчас на Финам-ФМ, и потом мы продолжим разговор и какие-то итоги будем подводить. Итак, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам-ФМ. Тема сегодняшней программы – аналитические сервисы для маркетологов. Для чего они нужны и как они работают? Ну, об этом мы уже достаточно подробно сегодня поговорили с моим гостем в студии Алексей Куличевский, сооснователь компании «OMAESTATS». Леш, продолжая наш разговор, у нас осталась последняя часть, к сожалению. Продолжая наш сегодняшний разговор, мне бы хотелось просто понять, а как подобный бизнес вот, ну, структурируется, что ли, да, как он устроен изнутри? Ну, во-первых, большой штат подразумевается в твоей, вашей компании? Нет, нас сейчас 8 человек всего, и, ну, я пока не думаю, что штат будет сильно увеличиваться. Все в основном... По профессии ты кто все в основном? Программисты? Ну какое-то отношение. Я не сказал, что все прям программисты. Ну, да, да, но какое-то отношение, тем не менее. Да, все так или иначе имеют прямое отношение к разработке продукта. Это либо дизайн, либо, собственно, программирование, либо общение с клиентами и понимание того, что на самом деле клиентам нужно и какие проблемы и как мы можем решить, это тоже находит свое отражение в продукте. Ну, то есть так или иначе все связаны. Свела вас судьба, да? Я так понимаю, вы где-то специально где-то ты не находил себе партнеров, да, и не выбирал там на рынке труда их. Ну, можно сказать и так. Мы просто уже не первый год работаем вместе и работали до OMAESTATS вместе. Вот ты мне скажи, пожалуйста, на твой взгляд, насколько успешен бизнес, любой бизнес, да, если в него приходят люди, которые раньше уже где-то пересекались? Или все-таки лучше, если затевать бизнес, да, не иметь дела ни с кем из ранее знакомых, ранее
так сказать, в какой степени участвующих в твоей жизни людей, а набрать просто по объявлению. И я бы сказал так, просто. Если у вас есть опыт совместного построения чего-либо, это может быть бизнес, это может быть домик из конструктора в детстве или что-то другое, то есть вы вместе преодолевали проблемы, то, естественно, ваши шансы на успех выше. Улучшаются значительно, потому что бизнес — сложная штука. Это очевидно, да. А вот опыт, допустим, если есть опыт негативный, то есть мы вместе собирались однажды, что-то затеяли, не пошло это дело, потом разбежались, а потом идея... Это все очень сильно зависит от того, почему не пошло. То есть в бизнесе, на рынке стартапов, часто говорят, 90% всех стартапов проваливаются. И большая часть из них проваливаются не потому, что основатели делали что-то неправильно, просто потому, что была новая бизнес-модель, она была не протестирована, она была неизвестна людям, они протестировали, поняли, что она не работает. То есть они провели эксперимент и получили результат. Это результат отрицательный. Результат отрицательный, да, бизнес закрывается. То есть, это нормально. Абсолютно. Это абсолютно нормальная практика. В моем опыте, у Майстатс, это уже 5-й стартап. Из них, из предыдущих было 3 провала, 1 громкий успех. Это кто, если не секрет? Громкий успех — это, естественно, Groupon. Хоть я и не был в числе сооснователей, был там сотрудником номер 3, по-моему. Не последним человеком, да? И я все-таки считаю, что это такое мое детище в том числе. Это здорово. Кстати, непосредственно о твоем последнем, да, продукте. У вас вертикаль какая-то есть структурированная? Или вы все... Именно for MyStats? Да. Я бы сказал, что нет. Каждый... То есть номинально, конечно, у вас есть там, да, руководитель. Конечно, конечно. Но у нас... у каждого есть та часть работы, которую он делает лучше других. И все это, кстати, да, признают. Естественно. То есть он основную часть своего времени делает вот эту часть работы. Но при этом есть работа, которую делают все. Так или иначе. То есть можно сказать, что у нас у всех такая Т-образная компетенция. Вот палка вертикальная у Т. Это то... Это моя работа? Это да. То, где я знаю лучше всех. Вглубь. И есть горизонтальная палка. Это то, что я знаю как минимум чуть-чуть, обо многом. Так у нас, например, все в компании так или иначе умеют программировать. Кто-то это делает... очень-очень-очень хорошо, я основную свою часть времени делаю программирование, но тем не менее все это на каком-то уровне умеют. Аналогично, все умеют выступать на сцене. У кого-то это получается лучше, у кого-то это получается хуже. Кстати, для того, кто затевает стартап, вот это опыт публичных или умение публично выступать, и убеждать, конечно, что важно, да, привлекать инвесторов, об этом я хотел тоже сейчас поговорить. Ты считаешь, это важно? Это полезно. Это не основной навык точно, но это полезно. И это довольно просто развивается, насколько я знаю. Развивается? Конечно, этому можно очень просто научиться. То есть ты о себе говоришь, да, что ты несколько лет назад не имел такого опыта, а потом жизнь так сложилась, что в тебе это развилось. Нет, у меня опыт был еще с детства. Я выступал, я учился в музыкальной школе, я периодически выступал туда. На чем ты учился? Я на аккордеоне. На самом деле, самый главный опыт публичных выступлений я получил в университете. Я заканчивал педагогический. И, собственно, преподавать детям, держать их внимание... Это многого стоит. Да, держать их внимание на себе на протяжении 40 минут, причем объясняя им заведомо, наверное, неинтересную информацию с их точки зрения, потому что там за окном весна, можно пойти побегать, нужно их держать на себе. Это очень хороший опыт. Да, это опыт. Вот, то есть если вернуться к сотрудникам, каждый делает свою часть работы, и все так или иначе вовлечены в жизнь компании за пределами их основной компетенции. А вот один кто-то сверху, опять номинально, может быть, тот, кто, я не знаю, вожжи это держит, руководит всем процессом, он не нужен в вашей ситуации? Сложно сказать. То есть вы без него обходитесь? Грубо говоря... Или кто-то есть? Есть я, который является таким сосредоточением информации о проекте в целом. Но это не значит, что я там самый главный, я всем приказываю. Каждый
сам решает, что ему нужно делать. Кстати, смотри, вот по поводу взаимодействия, да, внутри компании, ну, вашей в том числе, я знаю, что у вас нет офиса. Да, и вы там по всему миру практически рассредоточены. Расскажи, пожалуйста. Да, ну, в Москве мы гостим у друзей из «Злых марсиан». А, так, да, сейчас у нас два человека находятся в Гонконге, один человек в Таиланде, вот три человека здесь, один в Питере, один в Одессе. А, так как наш бизнес не связан с передвижением каких-то физических товаров из точки А в точке Б, и все находится в интернете, по большому счету, не важно, где мы находимся физически. Важно, чтобы работа была сделана. Взаимодействие вы также, естественно, да, посредством интернета. Да, да. И вот весь менеджмент, он построен не на контроле процесса, а на контроле результата. То есть мне все равно, где находится программист. То есть он сейчас лежит под пальмой на пляже и попивает пинаколаду. Супер, я очень за него рад, если при этом идут коммиты кода в репозиторий. Задача, да, выполняется при этом. Я, наоборот, я только за то, чтобы все работали в комфортных для них условиях. Да, это важно. Это важно, я согласен, потому что, ну, и мотивационные, да, составляющие. То есть, конечно. Здесь очень важна комфортные условия, одна из них. Да, это помогает, во-первых, привлекать в компанию лучших людей, и, во-вторых, помогает лучшим людям работать с наибольшей эффективностью, которая только возможна. Здорово, здорово. Ну, и еще осталось не так много времени, мы все-таки должны обсудить эту тему. А как ваши услуги монетизируются? То есть на чем вы в конечном итоге зарабатываете? Как вы получаете свои... Мы зарабатываем на ежемесячной подписке. То есть, чтобы иметь доступ к OMStats и им пользоваться, нужно платить ежемесячно определенную сумму денег. Конкретная сумма денег зависит от размера вашего бизнеса. То есть для маленьких магазинов мы стоим дешевле, для дорогих дороже. Вот, собственно, и все. Да, это все. А с другой стороны, как вы оцениваете? Маленький, большой? Вам бухгалтерские отчеты вам предоставляют? Нет, просто по количеству посещений на сайте. На сайте. То есть вы сами оцениваете? Да? Да, да. То есть вам пришел новый клиент и говорит, я хочу бы вам подписаться. Сколько денег это для меня стоит? Вы зашли к нему на сайт, да, посмотрели, что нет, там происходит? Нет, не все так. Происходит еще проще. Так. Когда к нам приходит новый клиент, он сам подписывается, сам интегрируется сервис и начинает им пользоваться. Мы даем ему 21 день бесплатного использования. Так клиент понимает ценность OMStats для него, а мы понимаем размер этого клиента. И, соответственно, мы видим, сколько пришло от него посетителей, сколько было посещений, и выставляем ценник, что для вас OMStats будет стоить столько-то. Дальше он либо соглашается, либо не соглашается. А бывает, да, что вот ну, условно говоря, рассчитывал на меньшую сумму, а вы ему предлагаете больше. Бывает. Он огорчается. Бывает, конечно. Вступает он с вами в переговоры, говорит, ребят, ну вы что такие? Естественно. Давайте подешевле. Рабочие будни. Это нормальный бизнес, я согласен. Хорошо, последняя минутка в буквальном смысле. И, Леш, у меня к тебе просьба. Сформулируй, по крайней мере, твое видение этого конкретного сегмента рынка, ну, в России в частности. Пока вы одни, я так понимаю, пока особой конкуренции. Да, вы востребованы, и здорово, и даже вот сейчас развиваться это надо. Очень скоро изменится, я это уверен. Очень скоро изменится. Вот как ты это видишь? Придут новые игроки, наши, отечественные, или из-за бугра побегут? Я точно знаю, что сейчас есть как минимум две очень сильные команды, которые делают аналогичный сервис, и они очень скоро запустятся и начнут нас поджимать со всех сторон. Я знаю, что стоит... Ты знаком, я так понимаю, да, с ними? Да, да. Да. Они делают свое или они какое-то... Они делают свое. Они делают свое, но будут решать ту же самую проблему. Я понял. То есть тут все очень просто. Спрос рождает предложение. Если есть спрос, а он есть, то, естественно, будут появляться все новые и новые бизнесы. Это здорово. И наш залог успеха здесь не в том, чтобы как-то агрессивно себя продвигать или подавлять другие инициативы. По максимуму, да, выкачать, что называется. Нет, наш залог успеха в том, чтобы делать наилучший продукт. Потому что в итоге побеждает тот, кто лучше всего решает проблему. Поэтому мы не думаем о конкуренции как о чем-то очень плохом. Мы думаем о том, как нам сделать наших клиентов более счастливыми. Каждый день мы улучшаем не одну вещь на 1000%, а 1000 вещей на 1%. И мы будем продолжать это делать каждый день, год за годом, и я это понял. Придет к успеху. Леш, спасибо огромное, что ты нашел время. Я благодарю спасибо тебя. Вам. Алексей Куличевский, сооснователь компании OMStats. Спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Успехов в бизнесе, всего хорошего.